Это рыжая малышка. Я назову ее Кейси. Она выжила единственная. После трагедии, когда на базе расстреляли всех живущих там собак. Всех до единой. Это произошло в Липецке. Малышка спряталась под бытовкой и сидела там. Кейси молоденькая. Она инвалид. Сделать ей операцию не представляется возможным, потому что врач сказал, что он не видит в этом смысла. Мы можем промучить ребенка, но результат будет практически незаметен. Решение врача – девочку не оперировать, оставить как есть. Да, она хромоножка. Ей просто необходимо будет найти хороший, теплый, добрый дом. Родника прооперировали. К сожалению, писю ему пришлось удалить полностью. А рану зашили. От того, что был удар, врач говорит, что, скорее всего, именно поэтому у него одно из яичек залезло вовнутрь туда. Но все это удалили, убрали. В общем, сейчас опасности для жизни ребенка нет. Мальчик будет писить, присаживаясь, как девочка. Но, думаю, жизни это малышу не мешает. Ребята, мы сделали самое главное. Убрали страшную рану. Удалили то, что ребенку мешало, то, что у него все засыхает и в любой момент грозило бы ему заражением. Я хочу сказать вам, друзья, спасибо. Спасибо за Роника. Сейчас малыш отходит от наркоза.
И как он себя будет чувствовать, ребят, я буду выкладывать вам обязательно. Роника оперировал Барков. Это врач с золотыми руками. Я благодарю вас всех, ребята, за то, что мы Новый год начинаем с радости, что мы смогли спасти еще одну жизнь. Друзья, Новый год начался. Я считаю, что он очень хорошо начался, ребят. Мы спасли не одну, а две жизни. Это Роник и Кейси. Это те малыши, о которых мы вам рассказываем, потому что они у нас новенькие. Но за плечами у нас 1500. А корма, ребята, корм катастрофически быстро тает. И я прошу вас, мои хорошие, впереди Рождество, впереди святые праздники, впереди старый Новый год. Пожалуйста, мои хорошие, не забывайте про нас. А мы вам будем искренне, искренне благодарны и каждый день желать добра, любви, здоровья, крепкого-крепкого здоровья вам, вашим родным, вашим семьям, вашим близким. Благодаря вам мы встретили Новый год с кормом. Пока мы сыты, но до конца месяца, ребята, у нас опять будет аврал. Давайте не допустим этого, пожалуйста. Отзовитесь, мои хорошие.